Мне хотелось бы не просто только присоединиться к словам муфтия, потому что обращение, которое на наших сайтах мы вместе принимали и вырабатывали. В воздухе висит вопрос: за что? И что это за явление коронавирус? Откуда он? Где геном? Вот я хотел бы все-таки нашу религиозную точку зрения выразить. Геном коронавируса находится в грехе. Вот там все. Грех является основой и базой для таких явлений, как коронавирус. Нам нет необходимости перечислять другие болезни. ВИЧ – то же самое ведь. И, как говорят Эйбла, то же самое. Поэтому вот эти очень тревожные дни вообще не только мы в России, но человечество должно задуматься, как дальше жить, какие отношения выстраивать между землей и небом. Есть физические законы, которые неукоснительно выполняются. Ну, возьмите вы притяжение, да? Обязательно упадет яблоко, потому что земля притянула. Но есть законы духовные. И вот законы духовные не менее важны, чем законы физики. И вот когда человечество нарушает эти духовные законы, а мы могли бы с муфтием перечислить очень многое, хотя бы взаимоотношения браков, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ведь извращено сейчас многое. Это что? Это нарушение Богом данных нравственных духовных законов. Мы пожинаем то, что сами сеем. И поэтому, конечно же, то, что предпринимает руководство страны, Владимир Владимирович, идя на беспрецедентные меры, понимая, что многое экономически несут потери, но ради сохранения жизни и недопущения страшной вспышки от коронавируса, могущего носить с тысячами и десятками тысяч людей, как это происходит в Италии, сейчас в Соединенных Штатах Америки. Я слышал информацию, что за вчерашние сутки в Америке умерло более 1000 человек. Поэтому, конечно же, обращаясь к вам, дорогие татарстанцы, независимо, православный или мусульманин, примите это решение о самоизоляции как данность, необходимую для сохранения жизни и личной, и близких наших. И не тяготитесь, хотя трудно. Вот это подвиг. А во время войны, когда сидели в окопах, легко ли было? А в землянках легко ли было? Но шли к победе. И победили. И победили, потому что были вместе. И русский, и татарин, и армянин, и чуваш, и другие национальности. И победа стала за нами. Так и на сегодняшний день. Если мы объединимся, мы победим этого самого коварного врага нашего времени – коронавирус. И другое. К вам обращаемся мы, духовные лидеры, особенно к верующим, други мои. Сейчас наступают дни особые для православных. Скоро Пасха. Вы все мне будете задавать вопрос, а что же будет, так как же будет Пасха, будут ли храмы открыты, можно ли идти молиться или нет. Я хочу сказать, давайте успокоимся. Давайте начнем молиться дома.
И от нашей молитвы домашней будет зависеть и возможность тоже прекращения коронавирусной этой заразы. И с другой стороны, не забудьте оглянуться вокруг. Может быть, ты в силах, как кто-то, старушка, старик, бездомные, нуждаются в помощи. Оказывайте помощь друг другу. И не забывайте поделиться, может быть, и материально поддержать. Это очень важно. Были сытые времена. Поднакопил кто-то, поделись. И это будет твоя вера и твоя любовь. Еще раз Божье благословение, православное, говорю вам. И сейчас я направляюсь отсюда для того, чтобы на вертолете с двумя иконами, Казанской и Семиозерной, облететь с молитвой вокруг Казани-града. И вас приглашаю, молитесь дома. Оставьте все увеселения. Это время, когда можно сосредоточиться и переосмыслить свою жизнь. Храни вас Всевышний Господь и Матерь Божия. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений, да все благодарне воспевающим, величая величие Твое сподобие Небесного Царства, и там и со всеми святыми прославим и веков.